Пацаны, смотрите, вам эта скала ничего не напоминает? Ух ты, нифига. Он корабль куснул. Ох, нифига, сейчас нас жестко. Ну не плачь, все будет хорошо, ну что ты. Но Роза рассчитывает на меня, поэтому я должен справиться. Ярик, разберись там с этим фейерверщиком. А, ну вы смотрите, да, аккуратно. Ой, банан сгорел. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Такстер. И сегодня вместе с Аяксом, Сайздом и Крэшем мы возвращаемся в наших пиратов, а именно в игрушку Sea of Thieves. Всем привет. Всем здорово, давно не виделись, ребят. Здравствуйте. Это просто легендарный выпуск, который мы просто обязаны поставить большой палец вверх, а также написать комментарий, потому что последний раз мы таким составом собирались, ну, больше года, наверное, назад. Так что с возвращением мистера Крэша обязательно напишите, как сильно вы рады его видеть в комментариях. Ну, а у нас, соответственно, следующее задание — Дикая Роза. Нажимаем на Е, нажимаем на F. И на Е, и на F, все, нажимаем. И стартуем, пацаны. Полетели. У нас снова мадам Оливия. Я могу поставить... Стартуй! Тихо, 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 все, начинаем. Поехали. Все, сейчас будет максимально загадочный вайб. Ша. В это Оливии? Ох, наконец-то. Я уже вся извелась. И поговорить не с кем, кроме того ужасного Гамфри. Гамфри? Ну что я могу сделать? Я не умею сражаться. Не то, что моя подруга Роза. Вот она просто потрясающая. Ой, нормально, присел. Она у меня на глазах одним махом перекусила веревку. Она такая взрывная. Но Георг пробуждает в ней что-то там. Теперь они помолвлены. А Роза прислала мне свой дневник, где рассказывается, как они встретились и полюбили друг друга. Они попросили именно меня провести свадьбу. Я польщена. Такая чисто тамада Оливия. Но только... Они должны были пожениться 3 дня назад, но так и не прибыли на собственную свадьбу. Я себе места не нахожу. Так, куда пропали нас молодожены? С ними наверняка что-то случилось. Оливия рассказала, что ее компас помог вам найти повелительницу скелетов. Да, такое было. Я не так сильна в магии, но все же попытаюсь сделать компас, который поможет найти Розу и Георга. Давай. В дневнике Роза написала, где они закопали важные для них предметы. Найдите их сундук воспоминаний и принесите любые памятные вещицы. Умоляю, поспешите. Окей. А, собственно, мы с вами взяли задание и вновь спешим на наш галеон, который, кстати... немного улучшенный... Ты посмотри, что они делают, Яш. Я понял, они сплотились, два пиздюка, а ну быстро. Мы запомнили, дорогие друзья, ваши мувы. Корабль угнал, Миш, некит корабль угнал. И теперь мы с Яшей не разлей вода. Алло, гараж, некит корабль угнал, его возвращаю сейчас. Так я наоборот хотел его вернуть. Я разворачиваюсь, пацаны. А мы уже на русалочке в целом плывем тут. Да. Ладно, давайте. Ну, сейчас нормально. Киньте туда якорь сразу, окей? Я сейчас рыбачить буду, пацаны. Какой якорь? Яков, якорь, да. Собственно, сейчас мы быстренько тпшнемся на корабль, там уже почитаем, что у нас за задание именно в плане дневничка. Но вроде как должны найти мадам Розу и Георга. Так. О, а тут изменилось, кстати. И я самое интересное хотел дорогим зрителям, нашим подписчикам, многоуважаемым, показать, как у нас изменился корабль. Потому что это можно сделать... Ну, в целом, отсюда тоже видно. У нас вновь вернулись наши вот эти вот замечательные паруса со скелетом. У нас появилась на корме, соответственно, нашего... Корма это спереди или сзади? Я забыл. Корма это сзади, а вот спереди. Нос. Это... Нос точно. На носу корабля у нас появился вот такой вот замечательный скелетончик. Короче, этот корабль действительно соответствует нашему статусу, нашему геймер-сквадовскому вот этому пиратскому союзу. Не то, что вот эта шлюпка никому не нужна. Так, который мы, кстати, взорвали в конце предыдущей серии. Окей, читаем. От всего сердца Роза и Георг. Прошу вас, помогите найти моих друзей. Принесите мне дорогие им вещи. С их помощью мы и их самих сможем вернуть. Олива. И маслина. Этот дневник — история нашей любви с самого начала и до конца, когда мы поженимся. Георг, я уже предвкушаю, как мы будем жить долго и счастливо. Целую, твоя Роза. Значит, здесь я впервые о тебе пишу. Олива, это кто пишет? А, ну, Георг, наверное. Олива, привет. Знаю, я давно тебе не писала. Привет. Нет, это значит не Георг, это значит наша вот эта Роза. Олива, привет. Знаю, я давно тебе не писала, но ты же понимаешь, как живется в море. Мы наконец добрались до... награды морехода, где взяли в команду еще одного матроса. Его зовут Георг. Может быть, награда морехода это первая наша точка? Нет, ну там нет. Дальше. Окей, это читаем дальше. Это как будто бы таверна. Не думаю, что он надолго задержится. Он такой тихоня, вечером посмотрим, умеет ли он вообще пить. Посмеемся хотя бы, Роза.
День 5. Сегодня я опять сплоховал. В пушечной бухте сам влез прямиком в засаду. И тут выскочила она с двумя саблями в руках. Пушечная бухта — это остров, да. Одна так, против четверых, еще... но их участь была решена. Вот поэтому я и назвал ее Дикой Розой. Она не улыбнулась. Сори, Миш. Сори, что перебиваю. Остров на S находится, поэтому вот. Все, плывем. Ну и по роже мне не дала. Так что, думаю, ей понравилось. День 24. Вновь знакомые паруса на горизонте. Капитанша Брикси, наша старая подруга, все еще бороздит морские просторы. Надеюсь, у нее все в порядке. Олива, привет. Нас преследует некая капитанша Вук. Говорят, эта скелетина до жути сильна и обладает силой страшного проклятия. Но для меня нет ничего страшнее, чем навсегда расстаться с морем. Звездец тут дневники, конечно. А это можно вообще читать? Это как бы, ну, этично. Пришел Георг и принес какой-то напиток. Горячий, приятный и потрясающе вкусный. И остался со мной. Я так этому раду. Как хорошо слушать его байки, прихлебывая горячее питье. А потом я уснула, положив голову ему на плечо. Ох, что он обо мне подумает, звездец. Такая, конечно, ну, распутная такое, девка, еще решила там голову на плечо класть. День 36. Сегодня заходили к Оливе за долей. Олива отвела меня в сторону и спросила, есть ли у меня чувство к Розе. Чувство? Надо же, никогда об этом не думал. У нас какой-то романтик намечается. То есть мы, конечно, стали близкими друзьями, и она не раз спасала мою шкуру. Подумаю об этом завтра. Ага. Злобный скелет, мерзкий на вид и после смерти свои тайны хранит. Капитан Квентин Квикшот. Последний раз видели на острове одинокая бухта. Будет повержен мертвый пират. Его череп откроет, где спрятан был клад. Олива. Он меня поцеловал. Мы победили капитана Востроглаза. Остановились в лагуне Шепотков, чтобы пополнить запасы. И там он меня поцеловал. Не пойду сегодня спать. Вдруг проснусь, и все это окажется сном. Яков, лагуна Шепотков ищи. Я задолбался читать, честно. Мы раскопали мокрый песок. И одинокая бухта тоже. Что? Одинокая бухта тоже. Есть пушечная бухта, есть просто одинокий остров. Тогда ничего не ищи, все, давай, Миш. Продолжай. А куда там Некит утонул? Некит, ты где? Ко дну пошел. Ко дну пират пошел. Все нормально. Все нормально, ты исследуешь эти просторы. Глубины. Значит, смотрите, мы раскопали мокрый песок в убежище морского волка и нашли старый сундук. У меня есть ощущение, что, возможно, нет смысла в самом начале это все зачитывать, потому что мы получаем слишком большой объем информации. Да, по всем островам. И мы путаемся. То есть стоит... Ну что ж. Стоит, наверное, день 56 почитать потом. Пока что мы получили информацию, по какому острову... Какой первый остров был? Вот, одинокая бухта нашел, пацаны. Какой там первый остров был? Одинокая бухта. Нет, самый первый, который Миша прочитал. Одинокая бухта. В самом начале. В самом начале. Пушечная бухта? В самом начале. Я не помню, что было в самом начале. Но у нас была награда морехода, вы сказали, это не то. А дальше у нас была... Пушечная бухта, да. Пушечная бухта я нашел. Она вот прям находится у нас на эске. Ну что ж, капитан на мостике, поднять якорь! Смотрите, лагуна Шепотков. Есть она поднять якорь. Ёпта, чего орете? Это у нас тут боевой дух, нормально. Нормально. Так, командный дух. О, поехали, поехали. Так, Яков, ты, знаешь, будешь этим штурманом, да? Да я и по парусам, наверное, буду. Аккуратненько так. Я же у нас вообще, да, профессиональная боевая единица. Старая красная борода. Черясная борода. Конечно, который повидал уже немало всяких ужасов. На опыте, чувак. Так, с И, собственно, мы поплыли. На С. Если мы идем на пушечную бухту, тогда на Эску. Мы идем. На пушечную бухту, на Эску, да. Эска, погнали. Эсочка такая, да. Левая руля. А, ну это я сам поворачиваю. В принципе, так, так, и что мы на этой пушечной бухте должны найти? Возможно, тут... ничего, это просто начальная точка. Вот, кстати, идеально то, что рядом находится одинокая бухта, она прям на Е находится, но нам надо на Эску. Потом лагуна Шепотков, она на WS находится у нас. Угу. Вот. Это пока что все. То есть, получается, ну, мы просто доплываем до этого острова и дальше на лагуну Шепотков, да? Не, ну мы можем посмотреть, что там на нем есть. Ну так, чисто залутаться, да. В любом случае, я думаю, нам надо будет сражаться сейчас. Ну окей, да давайте пока. Тогда пока что мы плывем, не будем тратить время, я продолжу читать наши дневнички. Проникаться, так говорится, лором. А плыть недалеко, нет, мы тут совсем рядом. Ну, так мы уж почти переплыли, тут это, осталось-то 200 метров налево. Такс, ой, под музяку, хорошо. Я сейчас надо нормально выбрать, что? Ты Ярику тоже поиграй, хорошо. Чисто магнитола будет. Да, и не, Яш... Не, говорите, куда плыть, и чтобы я никуда не врезал. Яш, я пока читаю, ты говори, вот там впереди камни, осторожно. Такс, на дне лежал... Вот, смотрите, день 56. Мы раскопали мокрый песок в убежище морского волка и нашли старый сундук. А что нам мешает сразу на морского волка отправиться?
Но, возможно, ключ надо где-то в другом месте найти. Кстати, ты, вот прав, череп, ты прав, действительно. Череп скелета, помнишь, она там читала вот про этого скелета? Да. Что, как типа, остров ключ... называется? Как остров называется? Но это не скоро, это потом. Нет, скажите, я просто помечу его заранее. А, заранее? Ну, написано «Убежище морского волка». Ёпта, это где вообще? Мы там найдем старый сундук, на дне его лежал амулет, разделенный надвое. Похоже, он был кому-то очень дорог, а теперь вот достался нам. Мы взяли себе каждый по половине, теперь, даже разлучившись, мы будем вместе. Далее у нас день 78, корабль Рук постоянно преследует нас, омрачняя нашу жизнь и не давая Розе ни на минуту забыть о проклятии. Роза храбрая девочка, но я вижу, как ей страшно. Свобода значит для нее все. Алива, привет, мы с Георгом взяли несколько дорогих нам вещичек, положили их в сундук и закопали. Сундук спрятан на песчаной отмели. Следующий остров, песчаная отмель. Подле северных скал. Звездец, у нас сегодня реально целая экскурсия по всей этой карте, но, к счастью, это последняя страница. Подожди, печальная... Песчаная отмель. Давайте, может, сразу песчаную отмель захреначим. Реально. Чё нам вот эти вот ваши ключи, не ключи, возьмём сундук, найдём и всё. Ой, Ярик, ты так профессионально едешь. А, вот нашёл, всё. Давай, куда поворачивать? Мы на эску же плывём. Не, всё, нормально. Сейчас скалы проплывём. Песчаную отмель, давай. Мы плывем на эску сейчас, но нам надо будет на Е повернуть. Он на Е будет находиться. Песчаная отмель? Нет, пушечная бухта. Мы на песчаную отмель плывем. Так, нам обратно надо разворачиваться на Н. Смотрите, пацаны, давайте так, смотрите. Там у нас дохренища островов. Я уверен, что на все нам не надо. Да. Ну вот смотрите, у нас давайте прочитать еще раз и поймите, типа, что, то есть на каком острове сундук, на каком ключ. Я думаю, там несколько ключей, несколько сундуков. Ну или несколько. Я не думаю, что просто на всех... Мог сначала на пушечную бухту, раз уж мы рядом здесь с ней, вот. Она это на куда? Е. Это на. Вот ты сейчас на Эску плывешь, тебе нужно на Е повернуть. Ну, сейчас в том-то и фишка, что я бы, да, все вместе от. Это Яша. Это есть трубы, да. Мы с Яриком цивильно такие, нормально. А, нет, с Никитом. Это я. Это да. Короче, в чем прикол? Я бы открыл все вместе учебник этот, еще раз пробежался и посмотрел, какие для нас реально страницы являются ключевыми. Потому что здесь порядка 5-6 островов. И действительно, если плавать по всем, ну, конечно, раньше были миссии более длинные. Да. Но как будто что даже не знаю. Сундук мореходы или... А, ящик понял. Коралловое послание в бутылке я нашел. Это не надо. Это я побочка. Взял. Пускай будет. Ладно. Пацаны, смотрите, вам эта скала ничего не напоминает? Вот это вот. Где? А, я понял. Орла? Что? Орла напоминает, типа? Нет. Это как это, король лев, Симба. А-а-а. Я не смотрел. Не смотрел? Ну как же так? Анаминдидаба! Ой-ой-ой! Ва-ди-да-ня! Анаминдидаба! Это классик. Так, извините. Хорошо, значит, я тут залутался немножечко. Ну, а что здесь искать-то? Вот есть остров. Прочти еще раз. Какие, типа, острова? То есть, смотри, нам точно нужно, где вот этот капитан, где его убить надо. Пушечная бухта, вот. Мы на ней. Нет, не пушечная бухта, он на одинокой бухте. А, одинокая. А, вот так. Одинокая, она находится у нас на НЕ. Ой, ко мне какое-то говно пристало. Ни хрена у него дробовичок. Чел. Ой, я не перезарядился. То есть мы просто так приплыли сюда. Меня атакуют. Почитайте там пока немножечко. Все, я его вынес. Ну сейчас я быстренько здесь залутаюсь, раз уж я здесь, а вы на корабле. Логичнее вам что-то почитать. Тем более, что я это уже читал. Но, да, скорее всего, нам точно нужно туда, где вот этот вот череп, где очень много разных надписей. Там есть только один остров, в котором говорится, что, типа, мы закопали клад под какими-то там северными деревьями в мокром песке. Вот, зачитаю сегодня, опять сплоховал в пушечной бухте, сам в лес. Я думаю, знаете что? Что? Что нам, в принципе, вообще похрен, что там в первой странице сказано, нам нужно только вот этот сундук откопать их. Ну вот мне тоже так кажется. Значит, нам на один запутывают туда специально. Приплыли. Да. Давай, нет, где это, Яш? Смотри, сундук спрятан отмель. На песчаной отмели подле северных скал. Яш, песчаная отмель. Поехали. Даже песчаная отмель, все, нашел. На NWN, но нам бы хотя бы на N развернуться. А мы шифрируем сейчас. Ёбля. Я чиню. Чинить надо. Чинить, погнали. Так, как нам вниз спуститься, а, вижу. Не, нормально все, тут не для... NW, да? Да, WN. Поехали. Нету чиним, чиним, дырочек. Латаемся, лутаемся. И а дырочек нет. О, идеально. Так, я дырочек могу, нет. Кстати... Мне так нравится, как он ананас кусает. Просто, знаешь, как яблоко. Какой, знаешь, смачный так кусает. Да, вам совет, пацаны, от меня. Какой? Бананы хуйня в этой игре. Бананы? Берите кокос. Ну, не, типа, он плохо восстанавливает. Здесь прям топчик. Это кокос, гранат, манго, ну и ананасик. Нормально. Некий, хорошо сидим? Да. Я тоже сяду с вами.
Я ж то говори, куда плыть-то. А, точно. Ладно. Ты же этот, как его, штурман. Не конечно. Ну, точнее, не отдохнуть. Так, получается, мы приплываем вот на этот остров, ищем северные скалы. И копаем. И подле них, да, должен быть сундук. Миха Шмил, вот. Ой, спасибо. Я пойду приготовлю. Янтарный брызгохвост, пацаны, самое то, я это обожаю. Миш, ты получается кок. Я кок. Чё? А банан можно пожарить? Можно. Да, но это херня. Да, рыбу лучше жарить. Нет, рыбу лучше. Но это на десерт мне пойдет. Далеко нам еще плыть? Камень впереди будет слева сейчас. Не, Ярик, нормально, на левой, еще левее давай. Так нет, там слева сейчас будет этот камень. А, ну вы смотрите, да, аккуратно. Ой, банан сгорел! Не, Ярик, ладно, нормально. На секунду отвлекся, называется. Че, сейчас проблюю с него? Непонятно. Так, рыбку мне жарить пока что нормально. Нормально, нормально. Рыбку жарю нашему капитану, он все-таки устал там уже стоять. За да, штурвальчиком. Солнце, кстати, еще голод. Конечно, тут сейчас бац, и янтарный брызгохвостик залетает. Пока что он там обжарится в масочке. Да. Что нам куда? Нам вперед плыть сейчас? Звезды скачает. У нас, да, мы плывем прямо, а остров у нас справа. Чуть правее даже можешь дать. Это вот этот, такой, вот этот маленький, да? Да. Такая малютка, да? Вот да, да, да. Да-да-да. Даже странно, да? Там должны быть северные скалы, пацаны. Нет, где там скалы? Знаем, какие скалы тут. Миша, как ты оставил рыбу? Иди сюда. Да ё-моё, и туда, и сюда надо. Сейчас рыба приготовится, нормально еще будет. Она должна как-то измениться? Да-да-да, сейчас она изменится. Во, пошло. О, реально. Вот это прям сок, да, берем? Сон, забирай. Главное не передержать. Ой, какая сок. Хорошая. Итак, уважаемый мистер капитан, держите рыбку. Наготове. Это парковка. Я опять забыл перезарядить свое ружье. Мне надо это сделать обязательно. Я вас приветствую на острове. А что Никит молчит-то постоянно? Я иду. Да, что-то молчишь. Не очень разговорчивый. Вы мне слова не даете сказать, вы постоянно говорите, а я не могу ничего вставить. Давайте, минутка славы для Никита. Все. Уже не хочет? Ладно. Уже нечего сказать. Вдохновение пропало, да? Никит, смотри, да. Ящик со зловещими фейерверками, оно нам надо. А вы уверены, что мы сюда приплыли? Тут нет скал на севере. Подожди, так нет. Нет, там прям написано, не может быть. Здесь подожди, а вы читаете текст? Текст? Ребят, мне нужна помощь. Яков сам справится. Сундук спрятан на песчаной отмеле подле северных скал. Но нет, вот здесь. А мне одна с ним сражаться, можно вопрос? Ой, крокозябра, да. У меня патрон нет. Все. Блять, там еще одна. Пацаны, срочно выкапываем клад вот здесь. Помогите мне, я один сражаюсь. Я ж беги от него, просто мне нечем тебе помочь. Я вот здесь выкапываю. Все, я нашел. Отлично. Северные всё, скалы. Выкопали сундучок. Хорош. Вот. Все. Хрена у тебя лопата там эпичная. С рубинами. Найден сундук воспоминаний, отлично. Отлично, погнали. Открой, сундучок друзья, у нас открой, есть. Открой. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, открой. О, нефть, хорош. Сундучок оформил. Так, и что мы нашли? Дорогие воспоминания. О-о-о. Что там? Дорогие воспоминания. Так, что это читать получается опять? А что там, подожди, внутри было? Ну, это в дневничке. Вот, смотрите, действительно. Наши воспоминания. Мы такой проебали, пацаны. Что, берем с собой? Да-да-да, это обязательно. Это помните в Мадагаскаре? В каком Мадагаскаре? В третьем, по-моему. Блин. По-моему, да, в третьем Мадагаскаре был охренительный переход, когда, типа, пингвины такие, пацаны, главное не палимся. И следующий кадр, они плывут, короче, на лодке, у них фейерверки вовсю. И там что-то тоже, put your hands up in air, типа такого. И вот сейчас эта сцена очень напомнила то, что Никит делает. Не, это Стражи Галактики, вторая часть, там, где они Йонду провожали. Ну, это я уже не шарю, это я не знаю. А вот в Мадагаскаре вроде такое было. Хотя могу ошибаться. Ну, вроде да. Поправьте опять же в комментариях, если поняли, о чем я говорю. Ладно, я заряжаю свою балумбу. Давай. Пушка стреляет, не стреляет. Пушка, вверх. Пушка заряжена. Так, значит, читаем наши воспоминания. Нам нужно вернуться туда и спрятать наши памятные вещицы. Да, это я умею. На острове к северу от того места, где мы настигли нашу первую добычу. Так, их первая добыча, пацаны, это уже сложно, это мне уже ваша помощь нужна. Злобный скелет мерзкий на вид и после смерти свои тайны хранит. Будет повержен мертвый пират, его череп... открыт, где спрятан был клад. Вон, это нет. Первая добыча. Получается, это одинокая бухта, и от нее нужно на север потом нам плыть. Нам на Е плыть тогда сейчас. Все, поплыли. Все, поднимаем тогда. Не знаю, либо миссия более легкая, либо я себя чувствую каким-то гением, потому что мы совсем недавно с мистером Крэшем ходили на квест в реальной жизни. Нам там очень много всяких интеллектуальных загадок загадывали, и вот я сейчас как орешки это все дело щелкаю.
Так, идеальный план. О, здесь много еще другого текста. Я отвезу ее на тот остров, где мы впервые оказались вместе, откуда начали наши приключения. Стоя под самым высоким деревом, она увидит то место, где... Но это уже, когда мы на остров приплывем. На тот остров, где мы впервые оказались вместе. Так подожди, а смысл нам плыть тогда до того острова, потом на север до того, если мы можем сразу поплыть на тот остров, где мы оказались вместе? Так и надо. Левее. Да. Они первый раз встретились вообще на другом острове. Я поехал. Ну рядом, насколько рядом? Ну, максимально вот насколько это возможно. Ой, идеально, здравствуйте. Тут очень много всяких куриц. Откуда на этих островах курицы живут? Чем они питаются? А, червячками, кстати. А на какой странице награда морехода была написана? Там снизу просто они... Спасибо. Слышь? Жадина. Так, так, что какой-то светится. Новая ешь. Какая? А, новая? Вот которые мы новые получили, да. Блять, листа. Там говорится. Так, сундук сокровищ. Чел! На остров Ксеру от взял все, отнял, так молодец. Настигли нашу первую добычу. А где награда морехода написана? А, понятно. Так, что мы по итогу делаем сейчас? Я ничего не понимаю. Я снова нашел коралловую бутылку какую-то. Некий, подожди, а что это? Какой-то сундук. А, так это не то. Я знаю. Я уж думал, здесь просто фишка в том, что мы должны искать именно те тексты, в которых говорится, где что мы можем отрыть. То есть, если это красиво все описывается, но не сказано там к северу, между пальмами, в кустах, то это не имеет смысла. Мы как бы приплывем на остров, но мы там ничего не... на последней странице. Вот. Вот значит, нам эту последнюю страницу и надо. А что, ну, подожди, да. Какой остров, подожди? Награда морехода, я что, какой остров? Вы приплыли уже до него. Ну нет, мы находимся на... А что нам надо здесь искать? Ничего, непонятно, очень интересно. Именно здесь мы... Давайте место, где вот самая высокая пальма, пацаны. А где ты? Я не разобьюсь? Где ты? А где Михаил? Михаил здесь. Скорее всего, вот эта самая высокая пальма, она прям выделяется. А где вы? Подожди, я вас не вижу. Кто мы? Я на корабле. Да, Ники тоже, а я вот здесь в центре ешь. Так, пальма. Я еще плыву. Пальма. А, вон я... Так, Миша, вон, посмотри, где я. Ты уверен, что оттуда что-то либо видно? Пока не уверен. Сейчас я тещу гипотезы. Миша просто возле пальмы стоит. Ну, она самая высокая, как тут сказано. А ты уверен, что она самая высокая? Ты сзади был-то? Ну, я был, но там, получается, уже не сама пальма высокая, а просто ландшафт выше. Это типа гора. Я нашел две подвешенные бутылки, но тут нету никаких бочек со свечками. Ну, тут их две, понимаешь, в чем прикол? Вот в этом месте. И еще дальше. Да. Просто я никаких свечек не вижу. Право руля. А вот еще две бутылки. Все, мы уплыли, пацаны, до свидания. Пока. Никит, у нас это проблема. Я нашел. Да? Какая? Хорош. Найдена музыкальная шкатулка розы. Короче, по итогу она оказалась действительно просто под висящими бутылками. Да. А ее можно запустить? Подождите. Хотя вот здесь... Поехали. Нет! Я ее закапывать стал, стоп, секунду. Хотя вот здесь по описанию как будто бы очень сильно наморочили. Ярик, там чуть левее. А, нет, нормально, да, нормально. Типа оттуда видна скала, стоя возле бочки, мы разглядим на берегу пару подвешенных бутылок именно здесь. То есть где здесь, когда мы будем их разглядывать, вот на этом берегу. Нет. Оказывается, нет, прям под ними, да. Да, под ними. Короче, кек. Так, собственно, мы забрали шкатулочку и бежим на корабль. Первая добыча их была, я даже уже называл, сейчас я быстренько проверю. Ярик, у тебя тоже музыка играет? Да, у всех она играет, непонятно, что происходит. Так, что вот шкатулка здесь лежит, прям в центре корабля. Значит, первая добыча, поехали. Где мы настигли нашу первую добычу. Их первая добыча — это вот этот скелет? Ну, получается, да. А скелет у них был одинокая бухта. Не, ну относительно очень даже быстро и оперативно мы с вами в этот раз все это дело решаем. Это не может не радовать. Все, получается, мы приплываем к этому острову, берем нашу шкатулочку, все это дело вместе активируем, синергерируем и соединяем. И так нам не шкатулка нужна, нам нужно выкопать что-то с острова. Да. Ну да, но нам же потом это все нужно будет обратно везти, правильно? Ну, отдать кому-то, да. Но шкатулку можно не брать здесь. Ой! Я так и знал. Мегалодонч? Ой, дурак старый. Вот я приду и все. А что, может, его завалим? Мы его не валили еще.
Мы его хрен завалим, если это мегалодон. Он жесткий, да? Ну типа нет, нам мы скорее. Ему сложнее попасть. Да не, тут не в этом даже дело. А в чем же я что-то делал? Он не подыхает просто. Так, я наконец-то сделал боеприпасы. У нас дыра здесь. А если в него гарпуном зафигачить, нормально? Он плывет. Не, гарпуном можно. Ух ты, нифига. Он корабль куснул. Ух, нифига, сейчас нас жестко откусило. У нас курс отклонился, нам чуть правее. А нам пофиг, мегалодон, до свидания. Чуть-чуть. Слушайте, он такой фиолетовый, он раньше вроде синий. Ну почему есть только корабли-то разные? Да-да-да, чиним. Мегалодон разный бывает, это получается. А, реально? Маленький остров, да, справа? Да, да, да. У нас корабль тонет, мужики. Надо это черпать. Некит, черпай. Так Яша вон еще есть. Так, здесь мы, соответственно, все вычерпали. Дырочек у нас нет. На вторую палубу, на первую палубу. Да-да-да, на вторую. Ну так чини. Ну так чиним. Все нормально. Все, кидай якорь. Так, слева по борту, да? Прям в воде? Да, а, да. Вижу. Че, ныряем? Аквалонисты. Ныряем. Да, ныряем, ныряем. Поехали. Кот нырнул. В корабль. А это на корабле затонул? Некий кот полетел. А, я не в ту сторону полетел. Да? Здесь корабль просто. Ой, ладно. Ой, тогда там уже без меня как-нибудь. Кокосы плавают, мифко есть. Не, кокосы пофиг, давайте сундуки и это. О, посох. Да посох говно такое. Не, посох надо брать. Не-не-не, это хорошее оружие. Посох, да, мне, кстати, тоже нравится. Ой, все, он у меня начинает задыхаться, надо глотнуть. Кислород. Я какой-то жесткий сундук нашел. Хорош. Mm. Добываем. Подожди, это по заданию уже, правильно? Или что-то путаю? Корабль просто утонувший. Я понял. Дополнительный лут, как говорится. Че за сундук такой, с красненький какой-то? Ну, нам по стилю нашего корабля подходит. Лутаем. А, блин, пацаны, это сундук скорби, который плачет, так что аккуратно. Не, это плохо. Так что надо вычерпать воду будет иногда. Это плохо. Нам главное не корабль забыть... Корабль будет плакать. Да, если мы сейчас уйдем на какое-то основное задание по типу квеста, который был в предыдущей серии, и мы забудем про это, то я боюсь, он тонет. Пацаны, вот на этот правый остров десантируйтесь. Нам на него надо. Ага, окей. И копайте. Окей. Ёпта, я умираю. А ты где, Никит? Да под водой. Идеально, здравствуйте. А, ну почти, немножко даже перелет. По-моему, ты немножко... Перелет над ниже. А где ты под водой-то? Да вот, всплываю, если успею. А вот, успею. Вот, что-то взял? Да. Миш, вот ты говоришь, что там ничего больше нет, а вот некий нашел. Там еще что-то есть. Там еще что-то есть? Сундук? Да, там много. Не, не сундук, там еще какие-то черепа крутые. А, да я только так. Сундуки чекал. Да, пацаны. Я только пацаны, сундуки так. Чекал. Прохалтурили немножко. Так, нет, не я вернулся. Так, да, вот и череп еще нашел. О, я золото нашел. Там еще ярик есть. Пацаны, 1700 золота взял. Нормально. Пойдет. Живем, живем. А где черепа лежат? Рост славы, я уже самый популярный. Так, тихо. Награда получена. Да. Свинюшки бегают. А где черепа? Черепа там где-то на корабле. Внизу, под водой. Так, открываем, собственно, снова наш журнальчик и смотрим. Ох, ни хрена, а ты понял, где копать? Ну да, все же понятно. А что случилось? Под пальмой, Миш, где его скелеты убили? Че, это что? Где ты это прочитал? Не, чтобы понимать. Что? То, что под скелетом. Предпоследняя страница. Предпоследняя? Опа, плачет собака. Нашел. Плачет собака. О, тварь. Где? О, получается... плачет собака. Где-то, наверное, здесь. Идеально. Ящик сейчас, с пряностями Георга? Сейчас я его успокою. Пацаны, я лавровый этот, лаврушку везу вам. Ты лавровый лист? Да. Чисто с пельмешками пойдет. А чё он говно плачет, ты слышишь? Я его пытаюсь успокоить сейчас. Так, у нас, кстати, контрольная точка сохранена. В этих всех заданиях, поэтому нормально. Он акула? Все равно плачет, блин. Так, пацаны, у меня хелп-путь сейчас, я посылку важную везу. Пацаны, у нас сундук плачет, у нас тут проблема. Да выкиньте его нахрен, он стоит там 500 рублей небось от силы. Не, он дофига стоит. Не, он дофига стоит. Да. Да, да, да. Он очень сильно плачет, он прям хнычет так, что это. Прям вообще рыдает вовсю. Да, не, вот так есть, он рыдает прям просто, да... Никит, да прикрой меня рыдать. Сверху, прикрой меня сверху с дробовиком. Еда сгорела, пацаны, кто готовил, еда сгорела. Это не, не-не-не, нормально, это все хорошо. На кухне так задумано, да? Активировали уголь, как полезно. Смотри, посмотри. Сейчас звездец. Ну не плачь, все будет хорошо, ну чё ты. Не, все нормально, я вычерпываю, но он, блин, орёт просто. Ставь. Это не поможет, как ставить забыл? Хэ. Ага, вот. Так, а, куда мы дальше плывем? Отпиздить еще. Сейчас посмотрим. Кого? Блин, чё он разрыдался-то?
Я его пытался успокоить, он не успокаивается что-то. Ну, ранимая личность, да. Да, блин, пипец. Хорош, а. О, как понять? Успокоился. Все. Пацаны, нам нужно дальше обратно к мадам Оливии возвращаться. То есть все, мы миссию выполнили? Нет, там еще будет дальше продолжение, но сейчас пока... А, но продолжение будет в следующей серии, а пока что мы поднимаем якорь и плывем к Оливии. Ой, кто так управляет кораблем? Ёб твою мать, Ирина. Что? Что происходит? Кто вместо я рулевым сейчас, скажите? Я могу. Не рулевым, в смысле, а картографом. Кто? Я могу, Ярик, а там все правильно было. Я могу, я могу. Тебе налево, прямо и налево, прямо и налево. Вот, выкручивай, 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 выкручивай. Выкручивай, 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 еще выкручивай. Давай, Ярик, я тебе, чтобы не скучно было. Потому что сундук на кровать Яша поставил, а я вместо того, чтобы взять сундук, лег спать. И теперь проснуться не могу, у меня нет кнопки проснуться. Точнее, она есть, но я нажимаю, ничего не происходит. Сейчас. Сейчас работает. Здравствуйте. Собственно, мы прибыли, значит, на форпост. Не без приключений, что называется. И идем продавать весь наш найденный лут в надежде заработать миллионы, миллиарда золота. Я иду, соответственно, несу сундучок, который у нас звездец как наплакал. Некий, ты тоже что-то захвати, чтобы сразу... А, извините. Лишний раз не ходи, там сундук, черепа. Там есть сундук с черепом и этим алмазом брусал. Иду, иду, иду. Да, только, Ярик, подскажи, пожалуйста, куда этот плачущий сундук надо продавать? А златодержцу. Златодержец. Так, у него есть какая-то меточка? Он в палатке. А у него, короче, этот самый флаг над бушкой. Там прям пробежал. Так и написано по-русски. Златодержец. Вот это палатка? Ну, палатка. Ну, вот это вот. Во, ну это по-любому златодержец. Здравствуйте. Конечно, златодержец. Продать. Сколько дают? 4000. Вот это хорошо, это приятно. Пойдет, окей. Так, и, соответственно... Кстати, уже 105 тысяч. Нормально. И, соответственно, сейчас мы все это дело также побегаем, продаем, и потом уже с мадам Оливой кое-что перетрем. Но пока что ставим на паузу. А, это должно быть секретный брянси, который Георг добавил в сундук. Мадам Оливия, конечно, провела бы ритуал гораздо лучше, но Роза рассчитывает на меня, поэтому я должен справиться. Ярик, разберись там с этим фейерверщиком. Я справляюсь. Смотри, 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 сейчас будет магия, сейчас будет магия. Она... Так, ручки намазать. Поехали. Ну, некит. Дыхнуть. Последний разочек. Отпарить. О, нормально, она сгурушка. Пухает. Ого, вот это прям магия в них ог. Вот некит, успокойся. А что за ящик? Ох, ё. Вот это эпично сейчас было. Я рядом сяду, посмотрю. Вот это эпичная мусяка. Так, совершение разблокировано, что происходит. Зачарованный компас у нас с вами теперь появился. Так, что-то такое уже, кстати, было в каком-то из заданий. Ну вот. Этот компас укажет, где искать Розу и Георга. Мы будем сейчас их искать. Он найдет их повсюду. Пожалуйста, отыщите их и верните домой целыми и невредимыми. Пусть они наконец поженятся. То есть мы такие чисто сваха. Да, сваха. Нарва, Руся битва. Где наш лимузин? В поисках влюбленных. Это у нас уже вторая часть данной миссии, которую мы будем выполнять в следующем видео. Ну а если понравился этот ролик, обязательно ставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами были Дакстер, Аякс, Сайзет и Крэш. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Всем до свидания. До свидания.